Звон мира памяти и радости. Так описывают эту незамысловатую, но очень важную традицию. Ровно 8 лет назад, 21 сентября 2013 года, в полдень, ученики лицея номер 5 собрались возле фонтана дружбы на набережной Волгограда. Тогда ребята одновременно позвонили в колокольчики и выпустили в небо белые воздушные шары. Так родилась традиция. И теперь звон колокольчиков раздается во всех городах-героях, побратимах и многих других. Мы же дети, мы звоним в колокольчик с 1 класса по 11, и даже детские сады звонят сегодня в колокольчики. Поэтому мы пришли сюда, к этому памятнику, во-первых, почтить память и погибших детей, и те, которые не доедали, не могли учиться после войны, испытали на себе это лихолетие. Ну и как знак того, что современные дети должны хорошо учиться, радоваться, жить в мире. Не случайно местом проведения сегодняшней акции стала площадь Ленина. Во время Сталинградской битвы здесь, в доме Павлова, держала оборону группа советских солдат. А в подвале разрушенного здания прятались мирные жители, среди которых были и дети. Маленьким сталинградцам посвящена скульптура Сергея Щербакова. Возле нее участники оставили сегодня игрушки и колокольчик. Дети мира не забывают о детях войны и каждый год участвуют в этой акции. Я участвую в этой акции по причине того, что считаю важным развитие патриотизма и истории в нашем городе. Также считаю важным сохранение памяти о былой битве. Это важное мероприятие для каждого. Но еще стоит отметить, что это и вообще лицейская традиция. И в нашей школе традиции занимают какое-то особое место. То есть это даже не мероприятие, это уже как нечто большее, где ты обязан быть. Издавна считалось, что звон колокольчика – это не только призыв к миру, но и своеобразный оберег от болезней и невзгод. В этом году это особенно важно. Ксения Колоскова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».